Сегодня утром карательные силы Киева возобновили артиллерийский обстрел Донецка. Обстрел с помощью гаубиц и РСЗО ведется со стороны аэропорта и поселка Пески. Силы народной армии также отвечают арт-огнем. Хакерская группировка «Киберберкут» взломала электронные базы данных Днепропетровского зонального отдела войсковой службы правопорядка. В сети выложены десятки документов, свидетельствующих о продолжающемся разложении в ВСУ и об огромных потерях, которые несут карательные силы на Донбассе в живой силе и технике. Обстрел прокиевскими силами города Горловка и завода «Стирол», одного из крупнейших химических предприятий на Украине, может обернуться экологической катастрофой. Об этом заявил пресс-секретарь концерна Павел Брыков. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев проведут встречу с членами парламента и правительства 14 августа в санатории Сбербанка «Мрия» под Ялтой. Предполагается, что большинство выступлений будет посвящено Крыму и текущей политической ситуации в России.